Здрасте, дяди, тети. Сегодня у нас опять близнецы. То две пилы надо было собрать с двух одну. Сегодня два перфоратора собрать с двух одну, а потом на недостающие из них набрать запчасти и сделать тоже, чтобы обе работали. Они обе не подают признаков жизни. Раскрутить надо вот эти вот саморезы и проверить сами провода. Ну, походу, тут до проводов дело не дойдет. Наши ламели межвитковое замыкание. Поэтому нужно открутить вот эти вот. Эта часть снята. И теперь нужно открутить вот эти вот саморезы. Так, просто берется. И все. Вытягиваются щетки. Щетки уже стерлись на замену. Есть? Так, мы проверили сам статор. То есть он в норме. То есть он проверяется. Щетка и один из выводов с ободки. Ну, в данном модели идет два вывода. То есть эта сторона и эта сторона. То есть эта катушка и эта катушка. Если, вот, например, эта щетка будет прозваниваться с двумя этими или с двумя этими, а это между собой. Эти две катушки, они никак не взаимосвязаны. Его легонько поддеть можно. Да, ему попало. Его накрыло. Вот видите, такая... вздутость вот здесь была. Плюс... ламели... То, что они вытерты, не страшно. То, что между ними короткая прошла, вот. Видно. Ну, проверить. Это очень просто. Я еще не сделал себе аппарат, чтобы проверять и сами якоря. Ну, чтобы видно вам было. Здесь будет видно. И вот получается, опять же, перед проблемным у нас есть определенное сопротивление. Здесь у нас пошла короткая, то есть замкнутость. Здесь сопротивление бесконечность. И дальше пошло опять такая вот резиночка. И здесь есть вот выемка. И эта резиночка, она тоже вот выглядывает. То есть садится подшипник, и она держит от вибрации. Тут тоже главное не потерять. И просто так берем. И заводим. До щелчка. И делаю также вторую. Вчера поздно сидел, ну и думал, что быстро сейчас все соберу, хотя бы одну сделаю. Но здесь якорь тоже, оказывается, прогорел. Я сразу поставил, думал, все, сейчас запустится.
Вот короткая в двух местах между ламелями. Нет, возьми сразу, проверь. Думал, все быстро получится. Вот между ними короткая есть. Хозяин проезжал этих двух аппаратов. Он решил их не делать, потому как сгорело два якоря. То есть он решил, что ему дешевле будет купить новую дрель. И еще одна новость, то что он эти дрели оставил. Ту дрель Протон, которую делал, он забрал. Это тоже его была дрель. Ну а эту решил оставить. Говорит, что пускай будет на запчасти. Так что у нас с вами такое новое приобретение в хозяйстве. То есть кому-то делать еще будем, то запчасти у нас именно такие есть. Щетки, роторы, кнопка и сглаживающий конденсатор. Такая была диагностика. На этом я закончу это видео. Кому понравилось, можете поделиться со своими друзьями. Все, до следующих видео.